Итак, друзья, всем привет! Отвлечемся немножечко от проекта Путь Мортис, потому что у нас в игре наконец-то изменили баланс, которого все так много ждали. Все так много? Я как-то не так сказал. Многие все так ждали. О, ну что-то типа такого. Короче, баланс действительно был нужен, потому что играли одним и тем же на высоких кубках. Пик у нас какой, мы видим? Мистер Пи, Вольт, там и Сэнди, или Карл, или... Ну, конечно, в зависимости от карты все. И это напрягало. Вот этот персонаж, когда его добавили, он, конечно же, прям, ну, взорвал. Взорвал и считался, я хотел сказать, но он и считается лучшим персонажем в игре. И наконец-то его пофиксили. Все, что вам надо знать про изменение баланса. Три вещи. Фикс Мистера Пи, фикс Вольта и фикс Гейла. Но давайте все равно поговорим обо всем по порядку. И мы сейчас с вами это все затестим. И что же будет дальше? Первое. Заходим в новости. Мы видим вот здесь изменение баланса. Технические изменения меня не интересуют. Какие-то там баги поисправляли. Воробушек изменили там ему длительность замедления в гаджете. Тоже неинтересно. Мне кажется, всем пофиг. Гейл. Уменьшен урон основной атаки с 320 до 280. Ребят, ну когда у него ж теперь пучок вот этих пулек, да, вылетает. И, конечно же, если ты попадаешь фул зарядом, то вот эти, сколько, 40, да, 40 урона в сумме там уже, конечно, дают о себе знать. Поэтому, ну, надо проверять. Но я думаю, что это, конечно же, будет похуже теперь. И скорость зарядки тоже изменили. Теперь он ульту накапливает не с 10 тысяч... Не с 10... Да что со мной сегодня не так? Я прям заговариваюсь. Не с 10 тычек, а с 12. Дальше. Ему уменьшили... Ой, мистер Пи. Уменьшили здоровье. Офигеть, ребят. Это прям много. 600 хп. Это жесть, как много. И также его пингвинята маленьким урон уменьшили на 100 единиц. Пайпер, уменьшили дальность самонаводящей пули, это по гаджету. И Вольт, снижение здоровья на 300 единиц. И уменьшили дальность вот этих частиц, которые разлетаются. Короче, он на фуле будет не так далеко стрелять. И это мы сейчас с вами затестим. Ребятки, я понимаю, может, у большинства Вольта нету. И для вас это изменение только, наверное, хуже, потому что вы его хотели получить, и теперь он будет не имба. Но тем не менее, блин, это хорошо, что так все произошло. Реально задолбало, одна и та же мета. Ребят, я попрошу вас всех, пожалуйста, прожмите лайк на этот видос. На прошлом видосе по БС-ке почти набрали 100 тысяч лайков. Мне очень приятно. Бывают уведомления не срабатывают, и мы вообще прям по статистике бывает вообще много, мало лайков собираем. Поэтому, если не впадлу, забываешь иногда... Не забывай, пожалуйста, прожимай, мне будет приятно. А если на канале впервые, нажми, пожалуйста, подписаться. Все, ребят, сейчас идем все это проверять. Сегодня будет видос по Пути Мортису, а также еще по Фулгайсу. И будет сегодня прямая трансляция, на которой я буду выдавать донаты. А донаты я буду выдавать в своем ТикТоке. Поэтому кто хочет бесплатно от меня получить донат, смотрим вот этот фрагмент и скачиваем ТикТок по ссылочке в описании. Друзья, вы очень часто меня просите в комментариях, пожалуйста, холдик за донат, мне давно не падают леги. Зачастую я эти комментарии просто игнорирую. Но сейчас есть то самое время, когда реально донат можно попросить и получить бесплатно свои гемасики. Вы, наверное, спросите, а что же нужно для этого сделать? Да все очень просто, ребят. Первое, перейти по моей ссылке в описании и скачать ТикТок. Второе, найти меня по нику HoldyQQ и подписаться на мой аккаунт. И мало того, что вы автоматически станете участником всех ближайших конкурсов, так еще будете иметь возможность регулярно получать гемасики, а также следить за моим контентом в ТикТоке. И вдобавок, все... Короче, друзья, проверим мы, наверное, сначала Вольта, потому что это самое интересное. У меня, правда, 700 купчей. А вот здесь и проверим, он здесь хорошо заходит. Буду играть с рандомами. В общем, помним, минус ХП и минус дальность вот этих частиц, которые... разлетаются. Чё-то мне света много, кажется. И сразу аутсайдеры. Ну как же мне везет. Поехали. Ну, возможно, у меня рандомы неплохие. Да что это? Вот с этой стороны свет надо меньше сделать. Чуток. Что засвечивает меня. Так.
Короче, мне надо прокачаться. Знаете, в чем причина, почему это плохо для Гейла уменьшить ХП? Это тот персонаж, ну, всем, в принципе, нежелательно умирать, но этот персонаж реально заточен под то, чтобы ни разу не умереть за весь поединок. Да, более-менее. Поэтому его количество хитпоинтов для него как никогда важно. Он не так... У него гаджет прикольный. Вот гаджет его очень сильно спасает. Я иногда за него забываю. Так. Сейчас настакаемся. Я третий уровень. Итак, проверяем. А насколько там уменьшили? Я что-то пока не чувствую, что он не имба. Ребят, что такое? В смысле? А почему мне он... Почему он мне все так же нравится? Что происходит? А у них 9, офигеть. И я четвертый. Ну все. Попробуйте теперь забрать последний кристалл. Так, собирай спраут, алло. Давай, хоп. Да ты вы офигели, он имба опять, алло. А нет, меня убили. Не, ну то, что меня убили, это же не означает, что он не имба. Я не понимаю, какую дальность ему там уменьшили, насколько он хуже стал. Он офигеть все равно наваливает, это много. И далеко, и жесть как имба. Понятно, что мы сольемся, Дэрил меня ваншотнул. А это потому что, знаете, кто виноват? Не я, а ПМ, который 400 кубков всего лишь. Мы могли затащить. Ну да ладно, давайте еще одну катку. Короче, пока не понял. А ну-ка еще раз. Новости. Баланс. Вольт. На 25%. Это неплохо. 25% это четверть. Ну. А он все равно стреляет далеко. Ладно. Ну, ХП меньше теперь у него. Ну, поехали еще одну катку, чтобы понять. Ну, он все равно имба. Я что-то не понял. Я думал его прям так хорошенько, да? А его что-то прям, ну, вообще не алло. Так, кто? Мне собирать, что ли, гемы? Я просто не собирал прошлые катки. Да и, наверное, и правильно. Так. Кто тут? Розу не можете вдвоем убить. Так. Сейчас еще пойдем Гейла проверять. Я... Так. Ну да. Я не успел выйти. Оп. Та собака. А, у нас Мортис. Он ультанет и убьет всех, да? Я же прав? Да. Ага, Око, ты думал, я тебя не замечу? Давайте, мочим. Есть, мы выбили. Мочим. Давай, Мортис, давай. Давай, шляпа усатая, давай. Давай. Тихо, живем. 4 кристалла Мортис кому не сдел. Извините, меня бесит это! Я не могу нафармиться! Я буду вырубать просто. Это... О, боже мой! Еще одна катка. Ну чё я такой нервный? Ну чё меня так бесит? Ну какого хрена я сдох? Еще один уровень оставался. Блин! Если сейчас какие-то лохи подберутся, блин. Иди в жопу. Он на этой карте вольт неплохо тащит. Наверное. По крайней мере, мне нравится. Ну, бо, пиз. На! Свидули. Так, все, я пошел на второй уровень. Не сказать бы, что это из-за ХП я начал умирать чаще. Так.
Да не, ну нифига у него дострел, ребят. Так, ну ладненько, ладненько. Я третий... Да не, ну это не за хп, правильно? Он же, ну, или за хп. Чё так умирать стал часто? Неужели это из-за баланса? Да не, такого не может быть. Просто нас чпокает. Ни одну катку я не затащил. Хотя, вот смотрите, сейчас... Есть шанс. Не, ну Мортис контрит вольта, вы что, издеваетесь? Ну это я, наверное, рак. Так, ладно, собрались. Ага. Сосай лалай. Так, тихо, тихо, тихо. Ну понятно, понятно. Умри. 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 Так. Фух. Хорошо. Тиммейты красавчики закомбачили. Не знаю, ребят, я давно не играл на вольте. То ли он теперь хиленький стал, то ли, блин, я просто давно не играл на вольте. Ну чё, от Мортиса умирать прям вообще прискорбно. По атаке никаких претензий, я не знаю, 25% снизили, может, да, конечно, не, теперь не стреляет со своей базы на вражескую базу, но стреляет он все равно далеко. Теперь просто сложнее по хп, надо сейвиться. Мы не проверили Гейла, мы не проверили Мистера Пим, проверите сами. Мне неинтересно, я на этих персонажах не играю, вот. Но в целом, по изменению баланса, я рад, что немножко пофиксили мету. Но поменяется ли она теперь или нет, узнаем чуть дальше. Ждите видос по пути Мортису и ждите видос по Фулгайсу. Всем удачи, всем добра, пока.